Итак, друзья, мы опять идем с вами на пляж. Ну куда еще идти? Лазовка не такая уж большая, но сейчас мы идем уже, как вы понимаете, не на центральный. На центральный мы еще непременно сходим. Померим температурку там где-нибудь. А сейчас мы идем с вами на Свирский. Погодка отличная. В принципе, я гулял по Свирскому. Скажите, по какому пляжу я не гулял? Да по всем. Ну, было это давно, недельки 2-3 назад, наверное. Поэтому погуляемся, а может даже полетаем, кто его знает. Как судьба сложится, как говорится. Звенит сигнальчик, говорящий о пешеходном переходе, то, что закрыт для нас, для вас. Берегись поезда. Ну, поездов я пока не вижу, только что проехал один. Возможно, ему посвящен этот звон, перезвон. Нету? Справа глянул, нету. Слева глянул, нету. Видимо, глюкануло его. Итак, мы на пляже Свирский. И ни души, походу, нету. Вообще. А нет, есть один голубь. Голубь есть. Погодка отличная. Море красивое. И девушка, он сидит там. Такой вот Свирский сейчас, зимний период. Может быть, даже немножечко грустно. Ну, только немножечко, потому что скоро уже 2021 год. А там и сезон 2021 года. Сегодня купающихся я никого не наблюдаю. Только волны, дельфинов тоже нету. Там на пляже дельфин, какое-то оживление чувствуется, видимо. Люди подходят, приобретают рыбку. Тут тоже можно приобрести рыбку. Снимал я ребят рыбаков, показывал вам. Ну, как бы вот так. Людей очень мало. Пойдемте посмотрим, что там, на тех пляжах. Там у нас Тихая Гавань, Бирюза. Я как-то там ходил, там много людей, санатория Бирюза, отдыхают там. Вот, так что там чуточку, наверное, поживленнее будет. Но, правда, ракурс будет такой, что против солнца. Помните, здесь был надувной матрас, кот? Такой вот непонятный кот, тот самый, но красивый. Вот именно здесь классные чебуреки здесь в летний период. А сейчас вот так вот, как бы капелька прям капнула на камеру, блин, это же надо было. Пойдемте посмотрим на пляж Тихая Гавань, Береза, Тихий Дон, тут все на свете. Сегодня купающихся здесь нету. Очень мало людей, обычно здесь гораздо больше. Если такой вон загорающий есть. И собачки кайфуют. Даже не знаю, что вам показать-то, ребят. Как-то так вот. Вроде прикольно, солнышко светит, так классно, хорошо. А с другой стороны, как-то так скучно, грустно. Ну, после, конечно, после того, что мы с вами видели летний период, когда здесь вот практически лучше-то негде.
конечно же, будет немножечко грустно. Ну ничего, скоро все нормализуется. Кстати, похоже, я понимаю, почему тупиково тут пешеходный переход. Там сейчас поезд будет ехать. И если я очень-очень постараюсь, бегом-бегом побегу, то, возможно, я даже успею его встретить. Быстрее поезда побегу. Пойдемте, встретим, проводим поезд и поеду я обратно. Тут как-то мне скучновато. Вот. Теперь я понимаю, почему он свистел. Где он так поезд? Ну что ж, я успеваю еще даже перейти, его даже и не видно отсюда. Он где-то там был, стоял. Ну, наверное, подожду. Так как обещал вам встретить его и проводить, всякие слова новые в голову лезут. А возможно, даже узнаем, что это за поезд. Что у него за направление. И почему он так долго и медленно едет. Приближается. Это ж представляете, сколько звенел этот колокольчик. Люди должны были, по идее, стоять и ждать. Если я уже успел пробежаться по пляжам, прошло уже порядка 6 минут, а он еще где-то там. Только-только выезжает из-за поворота. Даже он дедушка с бабушкой пошли. Успеешь. Надеюсь, это хотя бы не товарняк. Не, вроде пассажирский. Итак, встречаем и провожаем поезд. Больше ждали, честное слово. Видно равнение на поезд. И вам здрасте. Москва Адлер, товарищи. Вот. Был замечен. Хотя, наверное, напрасно я перешел на эту сторону. С той стороны было бы смотреться несколько покрасивее. Вот лошара, Алькантара. Ну и ладно. Дальше вот так. Главное, что поезда ходят. Так, мы его проводим и я отправлюсь. Все. Всем пока. Поезду тоже. До новых встреч!